Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Dino Bash 2 «Путешествие во времени». Ну что, рискнем сюда пойти? Красота. Попробуем, ребят. Остров 23, уровень 2. Тин-тирин-тирин. Да ладно, блин, ну-ка. Давай, родной, подбивай его. Нет, я плювика не буду брать, я буду вот этого брать. Нашел кого бомбить. Бомбит того, кто уже и так калеченный. Бамс. Слушай, а здесь, наверное, вот этого паренька-то не зря дали. Я возьму его на всякий случай. Так, мне не показалось же, там хил, по-моему, был, да? Молодец, красавчик. Блин, подбили. Подбили нашего дружка. Слушай, я, наверное, огнеплю сейчас позову, ребят. Блин, огнеплю и пока под... Нет. Блин, не знаю, давай так сделаем. Все, огнеплючик пускай будет здесь у нас. Так, эти пока, надеюсь, разберутся здесь, я... Хорош. А если я двух, например, позову, это будет вообще, наверное, топ. Смотри, они даже подойти не успевают, ребят. Вот эти щеглазады просто даже подойти не успевают. Ну, я радуюсь-то, наверное, зря. Иди отсюда. Кого там бьют-то мне все? О, друзья, дирижабль. Подожди, 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 подожди. Я вот так сейчас попробую, ребят. Да в плане, блин. Жесть. Да, звезда пошла, ребят, отниматься у нас. Ну что я тебе скажу, друзья мои, можно пройти тут на 3 звезды. Может быть, поменьше вот этих огнеплюев надо было брать, может быть. Давай хотя бы, блин, на 2 звездочки-то завершим. Есть. На 3 звезды вполне реально, ребят, пройти. О, Диметро. Там еще буквально 2 карточки, мы бы его прокачали на 1 левел. И тогда бы он начал. Дирижабль вот этот, который вылетел, ребята, он самый, блин, бесявый. Так, ну давай. 23-й остров. Подожди, а у нас что? Электрическое, точно. Вот хорошо, что вот эти вот не надо ждать, ребята. Ты их апнул и все. Блин, ну без хила, мамонт без хила, конечно, это... В плане! А ну-ка давай ее. Да кого ты бьешь-то, господи? Да ладно, блин. Ну он вторую бомжиху, ребята... Третья бомжиха!
Да, ну, друзья, они сейчас расклепают. Там еще и с камнями, блин. Слушай, ну... Красиво. Давай еще. Ху! Найс. Ну, радоваться-то, мне кажется, рано еще пока. Если я вот так вот сделаю. О! Не увидел, друзья. Блин. Вы сейчас серьезно, блин? А этих-то как... Да, блин, мне надо-то было не вот этих бомбить. Ядрен, матрен. Ага. Давай еще, наверное, одного вызовем, попробуем. Да ну, блин, ну как так-то? Вот, 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 вот. Да и... Пиратка! Пиратка, ребята, блин, ну... И не только пиратка там. Да иди ты в пень, угу, блин! Сколько у нас тут угу, блин! Приперлись, блин! Вы серьезно, блин? Пипец, ребята! Это что за дебилизм? Это издевательство самостоятельно? Да какое нафиг, блин? Да я не успею, я не знаю, ребят. Да ладно, эту подбили хотя бы. Там что, катапульт, нет? Ты достал тут... Кипиш наводить, блин. Блин, я понял, кто нам нужен. Поздно я понял. Нам нужно вызывать Тирекса. Сейчас он только придет сюда и все, ребята. И дела пойдут в гору. Так, а вот, ребятушки, у нас и портал.
Да ладно, неужели на 3 звезды пройдет? О да, о да, друзья мои. Несмотря на то, что здесь было очень много бомжих, ну ты сам видел, да? Мы с тобой сделали это дело, коварное наше дело. Опа, Тирекс, ну Тирекс. Такой себе, ребят. Такой себе, Тирекса прокачивать, если честно. Я бы, наверное, хотя... Да он, видишь, он... Этот, если бомбит сразу, так он бомбит. А тот начинает прыгать, юлить. Нафиг это нужно, блин. Чего вы мне хотите тут показать? Ну, у него хпшки. Блин, хпшек вроде много. А толку, блин, мало. Так, ребят. 4-й уровень. 23-го острова. 23-й остров уже. Ох ты. Слушай, тут что-то много как-то... Это кто... Это кто тут? Ах ты, гад. Он с мушкетиком, понимаешь? Кстати, вот здесь-то, друзья мои, вот этот вот... Ладно, пускай там этот занимается им. Мне, конечно, вот плохо, что электрическая вот фигня, она действует немножко не так, как хотелось бы. Мне хотелось бы, чтобы она бомбила, ну... не очень много. Да ты достал ты уже тут, а? Так, пиратка. И тут бежит орда. Да какого лешего-то? Угу-угу-угу. Ёпрос, это, блин, меня хлопнули. Так, а у нас же мамонт, ребята. Я думаю, что у нас мамонт-то такой крепкий? Он же у нас шлемак получил в последний раз-то. Вот почему он такой долгоиграющий, долгоживущий, так скажем. Вот, точно. Вот он почему такой у нас живущий, прекрасный. Хе-хе, неужели три... Нет, не три звезды, ну да. Хочу на 3 звезды, ребята. Ну не, я не успел. Буквально чуть-чуть, ребята. Ну там капелька. Твою налево. Ай, совсем микродоза, ребята. Ну, о. О, блин, а у нас денег нету. А у нас с тобой нету денег на прокачки Диметра. Ай-яй-яй. А сколько он стоит? Ну там недорого, в принципе, должен. 5000 где-то так примерно. А, у нас еще сундук. А ну-ка, может быть, тут выпадет. Да, выпадет тебе. Еще 2 карточки на Диметра. Огненная бомба. Так, сейчас глянем, ребят, сколько стоит Диметра на улучшение. 1000 всего лишь. Прекрасно. У него 1800 здоровья, 30 атаки. 30 атаки. Угу. Нет, я могу этот уровень пройти. Вообще, пока тут все идет, ребят, хорошо. Все уровни здесь, которые вот в данный момент есть, вполне реально пройти на 3 звезды. Вполне реально. Вот здесь, конечно, вот здесь отстой, ребята, дали.
Ну, отстой, я имею в виду в плане. Чем он бросает? Мушкетами бросается? Серьезно? Хоть бы одна зараза погибла бы, а? Фига их там. Бомжи, блин. На, в отстой всех. На тебе. Так, Диметра, давай, жги. Так, ну что ты вот вперед выходишь? Ну нафига ты это делаешь? Не, ну я думал, будет, блин, поэффективнее как-то. Что-то как-то не алло, да? Все равно вызову еще Диметра. Мне просто Диметра чем нравится, ребята? У него он... Ой-ой-ой. Я кое-что вижу, ребята. Я же кое-что вижу. Я вижу хил. Этот со своими мушкетами там. Мушкетчик вшивый. Ну, хотел, конечно, чтобы больше он наносил урона. Хотелось бы. Дабы мешает. Я, наверное, ребят, хила позову здесь. Чего там опять? Да. Старая школа добрая, блин. Юлить называется. Чего там, куда летит, фиг его знает. И вылезли, блин. Кастраты, блин. Ну, правильно, бомбочка, одна бомбочка и все, и... Ой. Ну зачем ты вот так вот, блин, к ним вплотную-то подбегаешь? Я не... Правильно, два удара и все, ребят, он готов. Плювик, давай, 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 давай. Хорош, как накостыляли там сейчас. У меня хил есть. Ну, понятно, тут о трех звездочках, ребята, разговора быть не может. Ну вы заплюете его. Молодцы. Так, с этим пойду уже разбираться. В рукопашку, блин. Все равно достается почему-то моему этому, блин. Блин, до портала еще не дошли.
Да, ребят, не было печали, называется. Сейчас удар. Что, блин? Apple, откуда здесь пират-то взялся? Идиотизм, блин. Идиотизм. Кого там бомбит-то, он не могу понять. Ну вот это, наверное, да, ребят, этот уровень. Если те, я еще был уверен, что можно на 3 звезды пройти, тут, к сожалению, нет. Как бы, ну, нереально. Дементор вот этот подходит прям вплотную, дурачок, блин. Вот это вот, вот эти вот бесявые. Да. Диметр вот идет вперед, как будто он танк, блин. Знаешь, он здесь, как будто он танк. На самом деле, ни хрена не танк. Я 3 часа буду, да, я тебя распетрушивать здесь. Ну вот фига ли ты бьешь их-то, не меня, блин, ну. Да куда ты, блин? Хотя, знаете, друзья мои, можно, мне кажется, было бы тоже пройти здесь на 3 звезды. Потому что у нас портал вот здесь и... А, нет, скорее всего, нельзя, ребят. Это уже 2 звезда в минус. Я еще думал, что 1 звезда на минус пошла. Нет. Тогда, скорее всего, никак. Но опять же, если подкачать наших ребят, то, в принципе, все возможно. Ну что, давай забираем. А что мы забираем? Мы ничего не забираем здесь. Легендарный шлем. Плювик. Блин, не знаю, ребят. Попытка не пытка. Не пойму, мушкетчики были, теперь опять эти. Они, главное, не стреляют. Не стреляют, главное, из мушкетов, они бросаются ими. Примитив, действительно. Ой. Ой-ой-ой. Здесь, наверное, вот так надо делать. Хотя тут бочка, хотел сказать.
Ну, пушку, да, пушку надо как бы. Наверное, в первую очередь здесь вырубать. Что, они там прошли, нет? Ой. По идее, он огненный, он должен вот эту вот халабуду вырубать. Блин, я не знаю. Очень быстро. Так, мне бы до плювика бы дожить. Плювик стоит 48, да? Эх, Диметр сейчас погибнет. Так, ребят, плювик прибыл. Так, это на своей колеснице. А чё? Если честно, я думал, что мы его ушатаем сейчас, ну ага. Блин, как так-то? Как так-то? А вот так вот. Сейчас до плювика доберутся. До плювика доберутся, его снесут. Будет плохо. Хорош. Надо еще бы одного. Да ладно, блин. Ой. Беда бедовая, голова садовая, да, друзья мои? Блин, там еще и эти идут. Парасеты, ну все. Там, похоже, сейчас бомжиха своих бомжей раскидывает целую орду, блин. А оно так и будет, ребят. Я не знаю, ну давайте Рекса, что ли, позовем. Да. Как ты мне дорога, тварь, блин, а? Бомжиха это, блин, просто вымораживает меня. Ну, серьезно тебе говорю, блин, просто вымораживает. Скотина, блин. Такая-то сейчас дура будет свои бомжи раскидывать, ребят. Ты в шоке, блин. Еще это тут с пушкой со своей, блин. Правильно, звезда в минус, естественно, ребят.
Да. А вот и портал. Но одна звезда, ребят, к сожалению. На две звезды, ну, наверное, можно было бы. Но не хватает мощей. Бомжиха, пиратская бомжиха, которая выкидывает своих бомжей. Это самое бесявое, понимаешь? Самое бесявое пока, что я встречал, блин. Не могу, прям вот выводит из себя, блин. Кидает бомжей. Ее надо постоянно либо станет, либо я не знаю, что с ней сделать. Ее быстро не получится уничтожить, потому что впереди идет орда, блин. Ну давай, деревянный сундук свой. Монетки. Так, самоцветы. Снэппи 5, Хэнк 2, а ледяной шар 2. Так, 2000 монет в следующий раз. Ну что, попробуем, ребят, тут взять мамонт, Рэмбо. Вот когда есть пака, ребята, ну более-менее еще можно как-то под... Блин. Ну вот, вот он летит. Ну вот как вот они предполагают, я его должен сейчас бить. Чем? Жопа его должен сбивать, блин, этого дурака, блин. Молодцы, конечно, придумали, блин, дребудень какую-то. Че бомжи стоите здесь, не пойму, третесь. Трутся они тут, блин. Рэмбо, давай на помощь. Вот так он правильно вырубает. Опять же, блин. Ну вот опять летит эта параша, блин. Чтобы сбить ее, нужно, блин, потратить. Да. Чертов пират этот еще лезет здесь. Ой, тут уже яйцо, ребята. Просто прижали меня к границе, блин. Не, Пака сносит хорошо, ребята. Он наносит удар вообще великолепно. Но то, что он сам по себе ватный, это да. Тут, к сожалению, ты ничего не поделаешь. Ну, ватный он. Побежал куда-то. Мамонта надо вызывать. Вышла идиотина, блин. Вдвоем они здесь, к тому же, ребята. Ну, вдвоем, я имею в виду. А, тут еще и эта бомжиха. Понятно, короче. Как всегда. Бомжиха на пиратках, да? Да, 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 именно. Да, мамонт, конечно, там постоит какое-то определенное количество времени, но надолго его не хватит. Еще одна идет, блин.
и мамонту. Кранты, ребят. Они меня сейчас прижмут. Видно, что бедный мамонт мой там, блин, страдает, многострадалец. Да ладно, блин, какую мы там грохнули? Бомж... эту, пиратку, бомжиху-пиратку. Фью. Так, этот плешивый заколебал уже. Но двигаем дальше, двигаем булками. Прекрасен этот мир. А какого-то обычного пирата, которого раньше, блин, на полудара хватало, блин, он споткнулся и развалился. Мамонта жду я, ребят, наверное. Вот еще можно ждать. Ты серьезно, блин, опять? Ёпрсете, тут еще и эта тварь летит. Ну, ты понял, да? Еще и пушка. Красота. Мама-то ушатали. Офигенный этапчик. Да ну! Бэмс! Да, это вот, конечно, вырубаешь. Все, он просто отгребает по полной программе. Фига там пушка, ребята, влупляет. Зачем вот это... Нафига ты так близко подходишь-то? Ну нафига ты так близко подходишь? Да ты посмотри, какая тварь мощная, а? Я про бомжиху, ребята.
Ну этот-то как еще тут оказался? Бомжиха, конечно же. Кто еще-то может где-то раскидывать здесь? Кто еще может тут их раскидывать, блин? Просто, просто погромище. Ты серьезно? Ты серьезно, мы бомжуху тут запинали? Ну а каким? Что мне для этого, ребят, потребовалось? Да я не знаю, дофига что потребовалось. Радоваться-то еще рано. Дирижабль этот дебильный. Бесяво, когда дирижабли дают, а подбивать их нечем. Ну нет у нас летающих, нет у нас, которые сбивают летающих, понимаешь? Плюс бомжих этот пиратка, не могу, прям выводит меня она. Просто бомбит, ребят, по черноку. Какие тут три звезды, блин, три звезды, ага. Одна, горем пополам. Блин. Все равно я считаю, что огненная, ребята, бомба пока самая лучшая. Не бомба, а вот эта вот. Да, она наносит урон одной цели, всего лишь одной цели. Но какой урон, зато ты видел же. Если бы она еще вешала бы эффект горения, цены бы ей вообще не было бы. Да. Как-то так у нас получается. А мне нужно в любом случае три. Три, друзья мои, чтобы нам... Ну что, поехали, будем... Кстати, мы с тобой вот здесь вот. А, мы пока этот не... Я понял. Ну что, давай попробуем здесь на три звездочки, ребят. Вот этот хороший, конечно, хороший. Но у нас, блин, как всегда, дают нам с тобой, блин, трихомудию какую-то. Давай, иди сюда. Блин, опять эти пираты прут. Вот тут в деревянной постройке, вот по идее, должен, ребята... Получать таких здесь звездюлей, но он этого не получает. Так, что у нас там получается? Кого он там бомбит-то, не могу понять. Урон почему-то не наносит. А, нет, все, я понял. Пират. Злобный пиратишка. Надо вот этого. Как раз, по-моему, сейчас он и будет, ребята, нам доступен. Пока мы заморозим.
Правильно, телегу в хлам эту. Еще одного надо такого же позвать. Я попробую, ребят, на него накопить. Вот, мы уже накопили. Тут только так, ребят. Другого варианта пока не вижу. Три звездочки, друзья, в кармане. Ну тут, конечно, вот этот обстрел, арт-обстрел сзади, который идет, это топ, вообще топ. Пум-пум, просто там. И что мне нравится, что у него массовая атака идет, понимаешь, массовая. То есть один снаряд крошит абсолютно всех. Это, конечно, топ. Тут с этим не поспоришь. Так, я прошел этот этап на 3 звезды. Ну что, двигаемся тогда сюда. Здесь, блин, здесь я не знаю, не помню, ребят. Блин, у нас ни одного заклинания нету. Ой, тут с летающим. Нет, тут, наверное, не получится, ребят. Хотя, черт узнает. Давай не будем пока поспешных выводов делать. Посмотрим сейчас. Опять же, если правильную стратегию тут разработать, может быть, и будет какой-то толк у нас. Наверное, вот этого надо позвать. Чтобы он просто сбивал хотя бы. Лишь бы, блин, тут не было бомжих. Остальное уж как-нибудь переживем, я думаю. Ой! Давай! Да неужели, друзья мои? Неужели получилось? Фух. Прекрасно. И еще, ребята, один уровень на 3 звездочки.
То есть получается мы идем хорошо. И Диметр, нам выпала карточка на него. Еще немножко мы его еще сможем прапать. Такс. Ну что ж, теперь попробуем, ребята. Ну, перемещайся, господи, ну. Вот, вот этот вот. Так, Мамонт, Диметр. Это, случайно, не тот ли уровень, где дофигища всяких хламонов-то пойдет у нас? По-моему, это именно он, да? Попал все равно, а? Ущербный этот. Так, Мамонт. Мамонта, что ли, вызывать? Сколько он там, я уже не помню, стоит. Мамонт готов, ребят. Да почему ты так быстро отходишь-то, тварюга? И успела, все равно успела выкинуть, а? Есть. Я вот не помню, ребят, там кто-то сзади же идет, по-моему, да? Ой, это звезда. Нет, не Мамонт. Ты ублюдки, а? Давай, давай, друзья мои. Три звездочки в кармане у нас будут. Есть, есть. Смачно. В общем, ребят, я доволен. Доволен сегодняшней игрой. Поначалу опять пошло как-то кисло, как бы с раскачкой, но потом вроде бы все стабилизировалось. Но радоваться, друзья, естественно, еще рано. Еще рано, потому что впереди ждет огромный трешак. Но зато мы с тобой ворота открываем, да? Да, друзья мои, мы открываем с вами новые ворота. И это очень даже хорошо. Это очень даже, друзья мои, хорошо. 10 тысяч, кстати, подожди-ка, в магазин, в обновление, точнее, зайдем. 10 тысяч, по-моему, что-то можно будет приобрести. Нет, я ошибся, ребята. Но в любом случае, Тирекса за 18. Если помнишь, да, у нас... Так, сколько он-то получит? 616 к здоровью, это считай, 1500. И 23 к атаке, тем более, как мы видели, он довольно не кисло бомбит. Очень даже неплохо. И в ближайшее время мне, конечно, бы хотелось бы Диметра прокачать. Ну, и стега. Если вот эта стега прокачается, будет вообще топ. Ну, про маму-то я молчу. Огненный Дейна, он, в принципе, уже не участвует у нас в поединках. Редко когда выпадает, ребят. Но если брать огненного стега и вот этого стега, то, конечно, этот стега просто имбище. Несмотря на то, что он третьего всего лишь уровня,
а этот шестого. Я представляю, если ему еще дать эпик шляпу. Ой, я боюсь, я даже думать боюсь, ребята, как он будет там наяривать. Но это топ. Ты видел, как мамонт у нас теперь со своим, извини меня, здоровьем, вот с таким вот, 7000. Атака, конечно, у него слабая, но для танка это нормально, ребята. Это нормально. А у Диметра, ну, у него, видишь, всего лишь 6 к атаке пойдет. И хпшка 310. Но не забывай, что он, ребята, массово бьет. А мне кажется, что вот этот вот, это будет что-то наподобие Диметра? Нет, мне кажется, что это будет какой-то танк. Будет какой-нибудь такой пухленький динозавр. Пухлячок. Слушай, вот в первой части у нас был ледяной. Неужели здесь ледяного не будет, а? Помнишь, да, ледяной, который бомбил с хвоста и замораживал бомжей. У нас здесь почти очень много огненных. Огненный. Ну, это не огненный, но он, короче, страх наводит. Огненный. Очень много огненных, ребят. Очень много. А замораживающих вообще нет. Вот я хотел бы, чтобы вот этот был бы заморозкой. Фух, ладно, ребята, разговорился я тут. Будем на сегодня закругляться. Вам, конечно же, всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!